Ну что, мы идем по деревне. По деревне, в которой обитают местные жители, вот за такими заборами. Все практически построено из деревьев, из мусора, который валяется в пустыне. Вот, и посередине всего этого они живут. Один из пожилых людей крикнул, что чтобы мы подошли к нему. Мы подошли, поговорили с ним. Он просил, чтобы мы привезли хоть какую-то еду для него, потому что он уже несколько дней не евший. Денег у него нету, и несмотря на то, что здесь есть вот такие вот лотки, на которых что-то продается, это все продается очень дорого. Здесь практически в деревне все стоит ровно в три раза дороже, чем это стоит в городах в Кении.